Двухгодовалая белая медведица продолжает причинять неудобства нефтяникам на Тобольском месторождении. Недавно стало известно, что она напала на женщину. Пострадавшую доставили санитарным рейсом в окружную больницу. По словам врачей, состояние пациентки стабильное, угроз для ее жизни нет. Напомню, на прошлой неделе медведицу усыпили и доставили вертолетом на заповедный арктический остров Долгий. Однако через двое суток она вернулась обратно на облюбованный Тобольский нефтепромысел, преодолев по льдам и открытой воде около 40 километров. Специалисты пришли к выводу, что исчерпали все возможности напугать зверя так, чтобы он обходил стороной поселения людей. Росприроднадзор готовит разрешение компании-недропользователю «Лукойл Коми» на отлов краснокнижного животного. Его могут на время поместить в закрытый вольер, чтобы нефтяники могли безопасно работать и определиться, что делать дальше.